не двигаться! Ты как? Нормально, волнуюсь немного. А по тебе и не скажешь. Не хотелось бы облажаться. Ты полгода готовился к этой встрече. Все получится. Самый важный вопрос. Кого любит папа? Меня! Кого любит папа? Меня! Верно, папочка пошел на работу. Фу. Мистер Сойер, ваша жена и дети довольны? Более чем. Они в шоке, что вы дали нам целый этаж. Вы осмотрели здание, нам есть о чем волноваться? При всем уважении к его прошлым подвигам, но он всего лишь охранник. Прошу. Жемчужина – самый высокий небоскреб в мире. Вы построили целый город. Все недочеты системы безопасности. Мы думали, этот этаж свободен. Я тоже. Сосредоточены внутри здания высотой 240 этажей. Масштаб угрозы страшно даже представить. Но ведь я всего лишь охранник. Откуда, черт побери, мне знать? В чем дело? 96 этаж горит. С нами все будет хорошо. Я обещаю. Не смей ее трогать, Ина! Папа! Ответь, как сильно ты любишь свою семью? Если мы хотим выбраться отсюда, ты должен рассказать мне правду. Есть причина, по которой они атаковали мое здание. Сейчас меня волнует только моя семья. Небоскреб.